Я к тебе поближе, чтобы... Так, а теперь ты выехал из кадра, тебе надо... Давай получше. Еще чуть-чуть. И еще. Ну, тебя не видно, что ты в Спайдермене. А я теперь как-нибудь... Почему ты вышел? У тебя кресло лучше? Не знаю, могу опустить. Сейчас. А как кресло опустить? Я не знаю, в лайф, ребят. Ладно, всем привет, ребята, с вами Канобу. Сегодня мы будем играть в нового Человека-паука от Insomniac Games. С вами редактор раздела комиксов Денис Варков и наш издатель Антон Городецкий. Привет, ребята. Да. Всем привет. Я уже успел наиграть в игру примерно, ну, не знаю, процентов 60. А Антон играет в нее впервые, поэтому он, как и вы, будет видеть все... Впервые. Впервые, да. Впервые сегодня будет три момента, ребят. Впервые я играю в нового Человека-паука, впервые я вообще стримлю. И впервые... Что впервые еще будет сегодня? Впервые полетаешь на паутине. Ну, это тоже, да. Да. Короче, все сегодня будет впервые. Да, ну давай начинать. Погнали. Ты вообще играл в какие-нибудь игры про Человека-паука раньше? Нет, про Человека-паука. Я играл, была такая игруха на второй PlayStation, она называлась Pepsi Man. Там бегал чувак в костюме Pepsi. Блин, что-то дико знакомое. Это знакомое, ну, блин. Это была дико крутая игрушка, и она все время была, как это называется, там все время было в движении, то есть, короче, нельзя было остановиться. Он все время куда-то бежал, нужно было прыгать через, там, катящиеся банки Пепси. Вот, опа. Что-то началось. Самое клевое в этой игре, это вот, наверное, вступительные кадры, они очень кинематографичные получились. Да, кстати, выглядит все, конечно, круто, прям киношно. Вон там фото дяди Бена и тети. Угу. Не-не, ну это понятно, да. Здесь вот, кстати, в этой сцене можно ловить пасхалки, их тут очень много, да. А дядя Бен уже это самое того? Да, это, собственно, действие игры происходит через 8 лет после того, как в этой вот вселенной появился Человек-паук. То есть он уже такой матерый, уже известный супергерой, не новичок. Ага. Это Осборн? Да, это Норман Осборн. Ну, видишь, я что-то знаю. А, слушай, в этой вселенной же наша вселенная? Да. Все-таки. Ну, не совсем наша. Это вариация вселенной Марвел, то есть как во всех комиксах, фильмах и так далее. Просто здесь она немного отличается от того, что есть, например, в киновселенной. Угу, угу. Вот Уилсон Фиск, можете увидеть сейчас Уилсона Фиска. Вот тут упоминание идет носорога, что-то вибрирует. Стервятника. О. Проснулась. А вот первый взгляд на Питера Паркера. Фиска? Как тебе внешний вид Питера Паркера? Сложный вопрос. Я не знаю даже, что ответить на него, потому что я не... Ну, то есть мне важнее, как выглядит супергерой, а не мальчишка, да, ничего. Ну, ой, слушай, тот, кто под маской, это же 50% супергерой. Ну, вот другое дело. Вот здесь сзади, например, можно увидеть пасхалку к самому первому выходу Питера Паркера в костюме, когда он сделал самодельный костюм для боя на... Да, помню. Ты смотри, а? Это типа уже Угу. Здесь очень много таких мелочей, которые в игре раскрываются через разные достижения, через разные там побочные квесты и так далее. Сейчас просто стопудово уверен, что прям после кат-сцены... Да? Окей. Вот смотри. Готовься, паук, ты сейчас швахнешься. Вот, зажми. Окей, да. Вот теперь ты уже летишь сам. Управляй левым джойстиком для того, чтобы перемещаться. Офигеть. В разные места, куда вы офигеть, это то, что я собирался сделать. Удерживай нажми, чтобы прыгнуть и набрать скорость. Ага. Да. Так, я уже запутался. Ща как, швахнемся. Ого, ты видел? Да, да. Здесь очень классно реализованы полеты на паутине, то есть когда ты летишь, и если ты управляешь при этом... Слышишь, кстати, да, а резонно спрашивали чуваки у меня в Фейсбуке, когда я писал про эту игру. Вернитесь, да, в смысле? Тебе это надо... что, не open world, что ли? Для начала тебя обучал. А, окей, ладно. Мне писали, что типа разобьется ли паук в котлету, если влететь в стену. Нет, в стену ты не упадешь, и точно так же, как если ты упадешь с большой высоты, то Человек-паук в последний момент делает какой-нибудь красивый финт и остается живым. Ну, то есть, слушай, у него 8 лет опыта, будет глупо, если он просто упадет с высоты. Ну, в этом, в этом есть весь смысл, согласен. Вот тебе надо за той точкой, короче, видеть. Ну, я понял, да. Слушай, дико красиво, конечно. Очень.
Особенно если прям... ты наберешь большую скорость и будешь уворачиваться от разных преград, которые на твоем пути. Выглядит офигенно. Хуяк. Вот, вот дерево тебе помешало. Здорово, мужик. А че он не в автограф меня не просит? Я же Спайдермен. Иногда люди, кстати, прохожие, они будут тебе махать или пытаться сделать с тобой селфи или что-нибудь такое. Я то надеюсь. Есть всегда по-разному. Я тут 8 лет уже на рынке. Плюс по ходу игры меняется отношение у людей к Человеку-пауку, и они начинают себя... Типа как репутация? Ну, что-то в этом роде. Это от миссии зависит или от чего? Да, это от сюжетных миссий. Офигеть. Царский, конечно, царский. Алло? Паркер, где ты? Это кто? Это начальник этот усак? Да. Как его там? Это тебе профессор в университете просто. У меня тут личное дело. Слушай, а мне кажется, эта музыка играет из Мстителей. Ну, она чем-то похожа, но они, насколько я помню, свою музыку все-таки для игры. Так, я куда-то не туда полетел. Да, да. А что там, комменты-то есть какие, нет вообще? Пока нас, что нас вообще кто-нибудь смотрит, нет? Пока да. Сколько человек? Пока да. Нас смотрит 40 человек. Ребят, пишите, спрашивайте, если вам что-то интересно, мы вам ответим на ваши вопросы об игре. Ну, только без спойлеров, конечно. Потому что мы не хотим испортить вам ощущения от игры, потому что она действительно очень классная. Это правда. Что там, какая-то сигналка? Да, это сирены, это, короче, копы едут на место происшествия. А кто-нибудь уже шутил про то, что были бы такие суперспособности, сколько ты денег экономишь на проездных, на такси? Ну, это да. Но с другой стороны, вот представь себе, вот он так вот летит на огромной скорости, ты же не сможешь с собой ни вещей никаких взять, ничего. Спокойно, что происходит? Так, тебе... А, все. О, привет, мужики. А можно их бить? Нет, бить ты их не можешь. Ты же супергерой. Ну, погоди, ну я же могу ударить ногой человека. Но потом по ходу игры ты сможешь, короче, использовать окружение, там какие-нибудь мусорные баки на паутине раскрутить, запульнуть их куда-нибудь. Но людям... А, ну это я видел, да, это я видел. О, осталось 250 метров. Да ты почти дошел. Сейчас, когда идешь, у тебя там начнется сюжетная миссия. Ну да, логично. Это, по-моему, Times Square, да. Воу. Так, ты как-то криво летишь. Ну, кому? Это первый раз. Вот. Воу. Так, что началось? Нас спрашивают, будет ли полное прохождение. Нет, полное прохождение у нас не будет, но какую-то часть сюжета мы вам покажем, чтобы вы могли получить представление о том, как выглядит Человек-паук. Было очень много споров о том, действительно ли разработчики, как это сказать, даунгрейдили графику. Да, да. Но да, на деле нет. Это падлгейт, падлгейт. Да, вы можете сами посмотреть и убедиться в том, что графика в игре очень клевая. Это плохие парни, я так понимаю. Нет, это хороший чувак, решил прийти на помощь Человеку-пауку. Вот это, он взрывает машины для этого, да. Oh, погоди, полное прохождение, сколько там часов? Ой, она, игра, кстати, очень большая, потому что в ней порядка 30 часов геймплея чистого. И это при том, что очень много побочных заданий. Так, махач? Да. Вот теперь тебе надо, короче, тебя обучают, как драться с чуваками. Воу. Мигающая угроза. Готовьтесь уклоняться. А как это делать? На кружок нажимаешь. Ага, окей, все понятно. Вот нажми сейчас L, R, L и R1. Зажми их вместе. Нет, о, тебя сука. Ударяю. Попробуй сейчас, подпрыгнуть, нажав на X и нажать L, R1 одновременно. Вот. Воу, видали? То есть в игре очень много какого-то окружения, которое вы можете использовать. Это может. А быть... если я в костер, извини, если я в костер. Ну, ты начнешь гореть, но недолго. То есть Человек-паук себя автоматически. Ах ты пидор. Извините. Так. Будет много мата, чуваки, потому что я. Тебя вырубили, да. Тебе надо следить каждый раз, когда они в тебя целятся. Погоди, все, типа. Ты смерть? Да, ты кусок игры перепройдешь заново. Короче, смотри, каждый раз, когда в тебя целятся, то в игре показывается след от пули. И если он начинает краснеть, это означает, что осталось несколько секунд до того, как в тебя, собственно, пролетит пуля. Окей, окей. И тебе нужно увернуться. Для того, чтобы увернуться, ты нажимаешь на ноль. Ага. На кружок. Окей-доук. Нажми на кружок. Вот. Так вот ты сражаешься. Это туда, ты решил себя сжечь. Ну, а что, подожди, что? Во-во-во, сейчас все будет. Здесь можно использовать окружение, то есть разные люки, двери машин, какие-нибудь там мусорные баки, что-нибудь. А, во-во, все, я сообразил. Окей, да. Вот это интересно.
иногда реально врагов можно просто вырубить, используя какое-то крупное окружение, там, не знаю, большие контейнеры или вот, да, вот бочки. Некоторым врагам это вот сейчас на ноль. Да-да-да-да-да, я понял. Говорю, ноль. Да, неважно, я понял. Чуваки, это просто дико круто прям. Все, что происходит. Враги в игре довольно даже сами вот еще эти подъехали. Помощники, они разные. То есть есть те, кто бегут с вами в рукопашную сражаться, есть те, кто стреляют издалека, есть снайперы, короче, много разных видов побочных каких-то мелких врагов. И в первую очередь надо следить за теми, у кого огнестрельное оружие, потому что пока вы будете там двух-трех чуваков избивать, в это время вас просто расстреляют и все жизни потеряете. Вот, тебе там говорят, что делать надо. Да ты нашла время спросить, как ситуация. Посмотри стрим на Канобу. Наоборот, то, что отвечаю на вопрос в комментариях, то, что мы дали человеку, который пока что не играл, это чтобы вы могли увидеть, как человек, который так же, как и вы, ни разу еще не играл в эту игру, как вот он с нуля испытывает абсолютно, как сказать... Чумовые эмоции. Да, чумовые эмоции и... Точно так же вы будете играть, когда сами попробуйте играть. Да, ну смотри, как я их разматываю уже. Оу, ну ладно. Ну, по-моему, они тебя больше разматывают, чем ты их. Да, в смысле? Вот, да. Если, кстати, ты будешь, когда раскрутишь люк, допустим, повернешься к конкретному врагу, ты закинешь в него. Ага. Все, всех размотал. Нет, не всех. Кто такой Юрий? Юрий Ватанабе — это капитан полиции Нью-Йорка. Окей. Так, лети тебе там. Нажми L1. Да. И теперь лети также вон на эту наметку. А, все. Ну, что, можно и... Да, лети теперь. Короче, в этой игре Человек-паук очень плотно работает с полицией. И если вы читали комиксы про Человека-паука, то там был персонаж, которого звали Юрий Ватанабе. Полное имя у девушки Юрико. Она японского происхождения. И она в комиксах была сначала офицером полиции, потом стала капитаном полиции. И вот в игре на настоящее время она как раз капитан полиции и регулярно прикрывает Человека-паука, либо наоборот просто просит его помочь как-то за злодеями, там, преступниками и так далее. По сюжету она будет регулярно появляться, вы могли видеть ее в трейлерах, как она с ним общалась и так далее. Вот сейчас началась движение. Смотри вообще. Пришлите еще людей. А это она, да? Закройте небо. Да, это как раз вот Юрий. Если он выберется из здания, не поймай. Ну, я тогда... Вот сейчас тебе нужно проникнуть в здание и двигаться на крышу. Ну, там тебе по сюжету сейчас все объяснят. Я надеюсь, это можно сделать как типа Рэмбо. Не, как Шварценеггер в команду. По сути, один ты с ними и разбираешься, да. Эй, ты куда? Вот примерно так. Шик. Вот опять. Ну, погнали. Пробуй использовать окружение, потому что здесь много гражданских. Нельзя, чтобы их убили. Попробуй, знаешь как, когда ты видишь врага, нажми на треугольник, чтобы притянуть себя к нему. Видал, чё? Это... Шкалу концентрации такой... Это он тебе рассказывает, как лечить. Ага, чемпионная ваша серия. Так тебе все. Окей. Но вы уже не справились. Зажми. Да, я видел. Спасибо за поддержку. Теперь на кружок, чтобы тебя не выстрелили. Да, я вижу. Спасибо. Тебе надо, враги сзади. А, периодически в тебя будут швыряться гранатами. Нет, этих не надо бить, полицейские. Тебе в другую сторону. Я понял, да. У меня легкие проблемы с концентрацией, чуваки. Так, мне кажется, я переключил. А, вот, все. Да, сорян. Тебе туда. Вот куда они уйдут. Уворачивайся. Да. Ты можешь просто идти туда. Если ты будешь управлять джойстиком левым и нажмешь на R1, то ты будешь бежать. Угу. Вот, а, окей. Нажми на LR1. Да. Там по ходу игры открываются разные дополнительные нововведения для
костюме Человека-паука, и он научится, например, кидать какие-нибудь бомбы, паутины, еще что-то такое. Это очень много разных крутых штук, которые упрощают игру и в то же время делают ее интереснее. То есть в игре есть определенный элемент стелса, то есть некоторые миссии... А чего все моргает красным, слушай? Я а сейчас вот умру? Тебя со всех сторон стреляют, да, и у тебя всего 16 жизней. Воу, фак! Тебе надо похилиться. Куда идти хилиться? Вниз, по-моему, надо нажать. На стрелку. А, окей. Да, вот. Смотри, тебя стреляют, пока ты стоишь. Да, я понял. Ты его бей. Чем больше ты бьешь, тем больше у тебя концентрации для того, чтобы лечиться. А, окей. Главное не попадать в этот момент под другие пули. Ну, понятно, да. Так они вообще умирают, нет? Да. Тебе надо... Я бью, а он все это... Вот опять тебя он стреляет. Да. Вот, видишь, ты его вырубил. Так, наушники выкладывают. Полная концентрация, зашибись. Окей. Еще. Надо убрать стрелку. Я готов. Так. Вау! Видали? То есть, когда ты его опутываешь паутиной, он какое-то время будет лишается возможности сражаться с тобой. Лучше всего это использовать либо против каких-то чуваков с огнестрелами, либо против громил. Там по ходу игры потом появится еще один вид побочных врагов. Да? Нет, не боссы, а просто такие враги с большим количеством жизни, какие-нибудь крупные бандиты. Потом с тебя опять стреляют. Ага. Ну все же, повеселее, смотри. Опять полечись, нажми. Кажется, это все. Ага. Теперь смотри, куда тебя игра отправляет, тебе надо за ними следовать. Копы. Они вырубили лифты! Лестница! Я предпочитаю более прямой подход. Человек-паук, как там? Поднимаюсь потихоньку. И надеюсь, что никто не включит лифты. Наши вертолеты R2? Под обстрелом. Угу. Нажми на R2 и беги вверх. То есть, когда ты бегаешь по стенам небоскребов, ты тоже так можешь нажимать. Теперь на треугольник. Окей. И теперь ползи вправо, там влево, потом. В игре очень много мест, где тебе придется залезать в какие-то там, не знаю. Люки вентиляционные, чтобы либо по-тихому кого-то завалить, чтобы выполнить какие-нибудь там, подобраться к врагу или что-то в другую сторону. Окей. Вот видишь, например, мы тете Мэй звонили. Да, я заметил. Теперь на треугольник жми, чтобы спрыгнуть вниз. Только смотри аккуратно, потому что, видишь, они уже здесь. Подойди сейчас. Чуваки, иду к вам. Теперь сражайся с ними. Опять же, следи за тем, чтобы они к тебе, когда начнут стрелять, тебе нужно в эти минуты уворачиваться и кидать них. То есть сейчас у тебя из новых врагов появляются враги с автоматами. Автомат — это не пистолет, он, соответственно, наносит тебе гораздо больше урона. Ну, логично, да. Я попал? Попал. Ну, то есть он сам попадается? Да. Ну, не всегда. Иногда тебе надо действительно уворачиваться. Там еще один парень. Да, я вижу. С пистолетом как раз. Потом в тебя прям стреляет. Ты его ждешь. Нет, вот подбеги к нему, просто управляй жестик. Тебе для этого не обязательно прыгать. Ага. И бей его. Вот его с одного удара ногой. Ну, короче, зашибись. Здесь редко бывает так, что враги подходят к тебе с одного раза, и так, теперь тебе надо нажать на одновременно. Да. Ого, видали? В игре очень много таких комбо, которые ты можешь использовать с разными видами врагов. Еще попробуй использовать полную концентрацию, вот сейчас, когда я забьешь. Нажми на вот эти вот левый-правый джойстик. Ага. Ты как-то далеко от них спрыгнул. Ну, тебе надо теперь к ним вернуться. Лучше на ту сторону перепрыгни и обратно. Да. Прыгни. На ту и вот на тот этаж, да. И оттуда к ним. Окей. Чтобы их добивать. Только смотри, пока ты оборачиваешься медленно, они в тебя стрелять могут. Ну, пока им нечем стрелять. Пока, да, видимо, ты всех, которые умеют стрелять, вырубил. Девчонки. Вот это люди Кингпина. По ходу игры будет несколько мест, в которых можно увидеть, скажем так, владение Уилсона Фиска, и в них можно встречать вот таких вот бандитов, с которыми надо будет сражаться. Вообще в городе несколько банд, и каждая из них отличается как визуально, так и по набору
противников со своими способностями. Mm-hmm. Это действительно круто, потому что да, тактика с ними идет разная. То есть не просто ты подходишь, там всех избиваешь и возвращаешься. Да, он тебя все еще жив. Вот, ты его вырубил. Теперь полечись, тебе надо. Надо найти серверную, пока улики еще. Пока ничего не происходит. Так, слушай, а собирать всякую паутина историю? В игре... бесконечно. Паутина в игре интересная история. То есть, когда вы летаете по городу, или когда вы, допустим, опутываете врагов на это... окей. Зажми. Когда вы сражаетесь с врагами, она, в принципе, бесконечна. Но есть некоторые особые фишки у паутины, например, там, электрическая паутина или еще какая-то, которая, она у вас ограничена. То есть, вы... Допустим, совершаете серию там, вот не знаю, лучше. Выстрелов паутины, потом какое-то время ей требуется на перезарядку, и после этого вы снова можете ее использовать. То есть поэтому в бою, когда вы изучите какие-то дополнительные возможности костюма, вам нужно думать, как лучше ее использовать. Угадал все вперед. Я не могу ускорить удаление. Так. Вот видишь, ты можешь для стелса такие штуки делать. Нет, там больше никто не пройдет. Окей, окей, то есть он все сам делает. Когда во всех стелс-миссиях ты можешь либо там, допустим, на шкафу где-нибудь сесть и оттуда вниз выстреливать паутину и притягивать себе врагов. Я забыл свой пароль. Вот сейчас тебе надо быстро их убить. Да, я понял. Почему 40? Потому что после этого данные будут скачаны. Ах ты ё. Данные крадут. Или, нет, бро, они удаляют данные. Вы даже для сисадминов слишком грубые. Ты сразу двоих задел один удар. И у тебя еще один остался. Ах ты. Не-не, он тебя сейчас расстреляет, тебе проще к нему побежать. Да, иду. А теперь подходи к панели и жми на треугольник. Успели. Да. Кажись. Посмотрим, миссий на время на самом деле в игре не очень много, поэтому можете не переживать на что-то. Обновления. Слушай, ну дико динамичная игра, конечно. Опа. А это Уилсон Фиск. Да, я знаю. Говорит парень, удаляющий историю запросов. Если вы смотрели какие-нибудь сериалы про... Или мультсериалы про Человека-паука, там всегда был Уилсон Фиск. И еще вы могли видеть его в сериалах от Netflix про Сорвиголову. Погоди, Амбал и Фликс... Это он есть. Это он, да? Я узнаю, как Амбал. Ну, он Кунг-Пин, Амбал, еще в этой игре, я если правильно помню. Так, нам еще друзья были. Перевели. Прикончить его! Вау. Да, такие штуки ты можешь. Посмотри вокруг! Это все создал я! От чего в своей жизни добился ты? Как-то ты прям завис в воздухе. Ну, однажды так, я между делом задержал. Да, я этим и занимаюсь. Уворачиваться — это круто. Я почти понимаю. Почти всегда, когда они тебя окружают, лучше увернуться и после этого использовать какие-нибудь способы. Так, а почему я не могу лечиться пока? Потому что у тебя нету серии ударов. Ты должен избить их какое-то время, окей. Это круто, да. Это только пролог. Теперь перейдем к основному действию. Слушай, боевка вообще чумовая здесь, да, на мой взгляд. Причем по ходу игры ты будешь изучать еще какие-то новые способности, и их у тебя постепенно станет больше. Нет, ты все время прыгаешь, ты можешь просто ходить. Ну так быстрее. Ну, о, пока, пацаны. Быстрее притянуть себя паутиной. Для этого ты жмешь на L1 и R1. Вот, нажми, видишь, тебе то, что советую. Да. Ты сразу автоматически туда притягиваешь. Юрий, взрыв только что! Я видела. Тебе наверх слева. Похоже, все заминировало. Я высылаю саперов. Им никто не помешает. Да, добивает. Воу, пацаны. О, я подлечился. Да, чтобы лечиться не забывай, потому что когда будешь драться с боссами, лечиться нужно обязательно. Иначе ты просто не успеешь. Вот тебе одного. Тебе конец. Кажется, это все. Теперь посмотри, тебе нужно развернуться и вверх вот туда стоять. Видишь? И ты постепенно в этой миссии поднимаешься все выше и выше. Окей. По зданию. Угу. Ну, классика. Эй, вы! Кажется, бомбы входят в план побега Вилли. Похоже, они заперты. Так, а что происходит? Почему мы здесь? Найдем бомбы. Вообще? Вы пришли сюда, тебя вызвала Юри Ватанабе, потому что... Да. Уилсон Фиск, и его надо поймать. Он пытается сбежать из здания на вертолете. Тебе надо людям помочь. Вот иди туда, куда. Да. Вот, теперь тебе будут подсказывать, что нужно сделать. Притянуть паутину. Жми на L1, R1. Ништяк. Ты спасаешь людей, так еще несколько раз. Я их найду. Окей. Человек-паук! Не вылезти! Мы застряли!
Не, вперед, вперед. Я подниму. Освободитесь, выбирайтесь. Помогайте. Ой, красиво. Всем, вот у тебя подъехали к Виктории. Смотри, одной рукой спасаю людей. Одной левой, хотел сказать, но нет. Это, кстати, тоже своего рода отсылка к комиксам, потому что в 90-х был сюжет, когда Человека-паука в канализации завалило строительным мусором, да. И он не мог оттуда выбраться, и ему пришлось себя пересилить, то есть поднять огромную груду нависших над ним камней, и только так он смог выбраться, чтобы помочь этим. То есть тут таких вот мелких, скажем так, визуальных отсылок в игре очень много. Как там, капитан? Могло быть лучше. Так, тебе вверх. Смотри, видишь, куда у тебя показывает стрелочка? Вентиляция. Только не в эту, а в другую. Да, окей. Если улетит, догонять будет некому. Почему у меня такое чувство, что он... Вот он тебе подсказывает даже что-то. Нет, ты вверх. Продолжаешь. Угу. Конечно, дико динамичная просто игруха. Угу. Даже когда думать ты не дает вообще. Черт. Юрий, теперь прямо прочей сюда. Срочно. Попытаюсь. Так, копа, а дальше? В разных миссиях тебе будут помогать полицейские периодически, но чаще всего ты один делаешь. Окей. Вот фак. Врагов с гранатометами нужно валить в первую очередь. Они стреляют очень довольно часто и при этом бьют очень сильно своими ракетами, поэтому... Как вот сейчас, конкретно. Здесь будет несколько врагов. Щит! Да-да-да. Кстати, пока ты стоишь, они даже в упор в тебя могут и гранатометы. Фига! Следи за этим. Он, по-моему, даже не один обернулся, там где-то еще. Вот он. Вот он в тебя все-таки попал. Ну как попал? Попал, это громко сказано. Попал. Ну ладно, сейчас подлечусь. Так. Сейчас спокойно. Нет, ты не на том этаже, да? Теперь ты на том. Где это? Нажми на зеленую. На треугольник. Да, окей, я понял. Ну все. Теперь они с другой стороны. Где? Быстрее летит, там фига себе. Тебе надо их побить, иначе тебя убьют. Да, побей его. Да. Нам надо заработать штуку для этого. Ты можешь немножко похилиться. Ага. Да, фига могу я похилиться, нечем. Ну, что-то есть. Теперь туда. То есть сейчас еще одно попадание, я труп. Ну, если ты кого-то и забьешь, похилишься, будет нормально. То есть в игре всегда нужно тебе туда вот прям. Ну и как бы саперы смогли так, здесь пройти? Так, держится, потому что достаточно очень паркура. Нет, в огонь плохая, это у тебя мало здоровья. Но зато уже не так мало. А он сам хилится, нет? Хилится, но если ты подожди, на сюжетной миссии, то тебе нужно пройти какой-то кусок. О чем говорит наш либо тебя... побить кого-то. Туда запрыгивай, так проще. Да, можешь так сделать. Просто он тебе посоветовал, как туда прям пролететь. Да, но я хочу так сделать. Так, что там дальше? Тебя вот туда. Сюда? Нет, вправо. Вправо. Притяни паутиной, нажми на L1 и L2. Ну, можешь запрыгнуть туда. Я забыл уже, как это делать. Драки веселее, чем летать. Спокойно. Оу, фак. Так, что там он сказал, говорит, делать? Ты можешь отталкиваться от стен и таким образом делать атаки. Они все еще все стреляют. Я заметил. Бей в первую очередь тех, которые стреляют, потому что они для тебя опасны. Фак. Вот тебя убили. Человек-паук не справился, не спас этот город. Давай еще раз. Так, надо уже заканчивать, скоро будет. Что там хотел подменить? Потом. Че, заново? Ну, этот кусок. Сейчас, погоди. То есть смотри, каждая сюжетная миссия, она поделена на, ну скажем так, чекпоинты. И каждый раз, когда ты доходишь до ледышки, ты должен дальше идти с этого. Вот, смотри, отклоните L. Ну, вперед нажми и на L2 туда. Таким образом ты прыгать дальше будешь. Да, видишь? Очень быстро. Офигеть просто. Таких трюков в игре очень много ты делаешь. Ну, привет, пацан. Причем они большинство интуитивные. У меня на всех хватит. Ну, блин, промахнулся. Первый же бейте. Мне звонят. Спайдермен на работе, погодите, суки. Там хилиться-то есть чем-то? У тебя есть немножко, да. Но лучше сначала их добей, потом похилишься. Кто-то звонит. Человек-паук на задание. Натуре, немножко занят, извините. А попробуй подкинуть его вверх, это надо зажать квадрат. Да, я помню. Сейчас тут палят из всех стволов, шакалы. Так, ты его и так добил. А
вот если он тебя сейчас еще раз выстрелит... Да-да-да, я понял. Тебе крышка. Саперы должны быть где-то впереди. Ты мало здесь видишь, у тебя там написано все, теперь все. Да-да. Теперь иди за ними следом. Нет, ты можешь просто дойти, можешь полететь, как тебе удобно. Вы в порядке? Вот видишь, некоторые... Это плохие парни, спорим, плохие парни? Так это я? По закону жанра? Да. Мы пойдем за тобой. Эй, босс. Прям как угадал. Ну камон, это очевидно прям, ну. Видишь, у него получше чуть-чуть работает. Вау! Он выхватывает оружие. Да-да, сейчас махач будет. Те, которые бронированы, их бесполезно бить спереди. Я понял, да. Тебе нужно под ними проезжать и бить их. Вы все это время спали с Фиском? У меня слишком богатое воображение. Ого! Твою у них штурмовые мать. Винтовки, а да. Теперь план. Получить по мордасам. Ты под ними, правда, да, я понял. Проще всего. Попробуй паутину их опутывать, это надо на R1 нажать несколько раз. Нет, это ты должен выбрать одного из них. Да, я понял, спасибо. И потом на R1. Ну, по-моему, пока неплохо. У тебя еще двое с автоматами. Да. У тебя оба терпится. Давай, он жми, каким-нибудь мусорным баком по нему может пролететь. Погоди. Он в тебя сейчас ровно летит. Да. А ты себя в огонь загоняешь. Да попой. Так, у тебя остался... Всех порвали. Кажется, да. Похоже, теперь тебе, собственно, идти дальше. Дальше самое веселое. Честью, это была последняя линия обороны Уилли. Я у входа в кабинет. Задержи его. Быстро. С радостью. Готовься, сейчас надо будет... Будет весело. Ну что, Фиск будет сейчас? Ну, первый босс-файт в игре. В игре много врагов Человека-паука, с которыми вам придется сражаться. Ага. И вот Уилсон Фиск один из первых. Он, кстати, довольно сильный для стартового босса. Пишешь мемуары? Не забудь дефис между человек и паук. Готовьте вертушку. Я скоро буду. Окей. Я удивлен, что ты добрался. Но отсюда ты не уйдешь. Так, и чё? Сейчас он... я не буду тебе говорить, смотри сам. Но будь готов делать то, что тебе скажут. Да. 8 лет этой наглости. Оу, фак. О, это мне не стоило. Уворачивайся. Они будут очень мощно в тебя стрелять. Да я заметил. Чтобы их уничтожить, тебе надо на R1 навести на них и нажать R1. А теперь нажми L1, R2. Воу. Зажми L1, R2. Ну, нет, сначала надо опутать паутины, а потом жмешь. Давай. Вот. Что ты делаешь? Теперь вторую так же. Да, окей, я понял. Да. А теперь жми. А их две всего, что ли? Пока, да. Ну, иди сюда. Как это может быть? Что такое, Уилли? Ты не Фиск, кстати, довольно огромный в этой игре. Ой. Постарайся. Так, что делать? Уворачиваться. Ну, либо в него можешь запульнуть. А теперь опутывай его паутиной, подбегай и бей. Теперь отбегай. Отбегай, опутывай его паутиной и снова бей. Окей. С ним, в принципе, тактика довольно простая. Ну, вообще, да, достаточно просто. Но это так кажется. Оу! Он очень сильно тебя бьет, если он что-то... Да, я заметил. Спасибо. Да, я когда первый раз играл, я тоже от него очень долго убегал. Пока не понял, как его надо убивать. Оп, пошел. Оп. Это очень прикольно, что ты можешь его натравить. Ты можешь его натравить на то, чтобы он сбил какие-то вот стоящие экспонаты, и он из-за этого будет разбиться на тебя, типа, гребаный человек-паук, я разбил вазу там. А, да, я понял. Это довольно забавно. Можешь попробовать так делать. Я для начала просто. Вот, кстати, обратите внимание, что когда он стреляет из паутины, в углу эжектор паутины показывает, что ее стало меньше. Ей нужно какое-то время на перезаряд. А, да ладно, она не бесконечная, что ли? Именно когда ты стреляешь, да. Вот постреляешь. Видите, она закончилась. То есть ты сейчас какое-то время стрелять не можешь, пока она не восполнится. Воу, это что?
Это он тебя проламывает. Ах ты, гном. Лысый ублюдок. Воу. Вставай. А где у него есть какие-то там полоска жизни еще? У него нет ничего здесь. А здесь навозов так и не показывает. Ну вот тебе не подсказывает. Это да, ё-моё. Сейчас в первую очередь кого надо ёмить? Ну, понятно, кого надо. Чё, шакалы? Не забывай, что он все еще в тебя кидает. Да, я заметил. Не, его бесполезно бить. Да, я уже понял, я перепутал кнопки. Он может своих же сбивать. Да, я понял. Попробуй на паутине улетать. Ты жмешь на R1 и отлетаешь в сторону паутины. На R2. Идиоты! Вас слишком быстрый! Оправдание мне нет! За что я вам плачу? Теперь уворачивайся. Попробуй его опутать паутину. А, нет, там с пистолетом ничего. Сейчас, погоди. Ты от них отпрыгиваешь, а ты пробуй. А, вот, да, молодец, нажми на другой. Сейчас, погоди, не до них. А все, он тебя вырубил. Он порвал твою паутину. Если ты в течение там 3 секунд, по-моему, не. Куда-то не туда запульнул. Ну блин, куда запульнул? Ах ты. Бей его, бей. Они же все прыгают по мне. Да, я заметил. Кстати, если он попадет в Фиска, то ну, случайно такое можно сделать, он будет ругаться. Неужели? Вот, так, что сейчас можно сделать? Нажми на 2. Нет, убегай. Фак. Тебе надо было нажать на треугольник и... А, окей. Треугольник и крюк. Жми скорее. Падла. Вот он тебя так будет ловить, тебя сгорать очень сильно. Да, давай. А что треугольник? Чего он имеет в виду? Воу! Вот такие вот, да. Воу, видали? Ты его еще не убил. Я понял. Попробуй в него запульнуть. Так, погоди, мне надо подлечиться. Давай. А не получается. Ну, а, у тебя потому что нет серии ударов. Долго ему дохать еще, нет? Ой, я не помню. Ну, несколько минут. Слушай, мне сейчас это самое, надо что-то... Ну, сейчас ты его добьешь, и там все как-то. Так, а подлечиться надо. Да блин! Тебе надо его бить для этого. Опутывай его паутиной. А, ты в огонь прям. Фак! Шакала. Сейчас ты начнешь с кувка, когда эти чуваки выбежали. Но заново? Ну их да, а вот бесит. С самого начала не придется. Ну это в принципе разумно. Это же чекпоинты же. Используй окружение. О, видал? Квадрат. Круто было. Когда ты в плоскости находишься. Он видел, он да, спрятан. Да. То есть это очень забавно, когда враги сами себя сносят. Там, например, короче, ладно, не буду. Окей. Но смысл в том, что иногда враги задевают друг друга, и это очень забавно. То есть можно даже специально подстраивать так, чтобы они друг друга стреляли. Да, я понял. Попробуй использовать окружение. Как? Тут повсюду валяются блоки, мусорные ведра и так далее, да. Что-то типа вот это вот L1 R1. Да, жми скорее. Только отбеги от них немножко в сторону. Угу. Твоя задача, сейчас, там этот еще придурок бегает. Да, нажимай. Вот. Сейчас ты по нему зайдешь. А, нет, не по нему. А его опутывают руки. Угу. Теперь бей. Вот тебе примерно раза 3-4, по-моему, так надо ему доехать. А, окей. Так, а чуваки-то там еще остались? По-моему, нет. Но он тебя догонит, так что ты лучше не уворачивайся от него. А я понял. Его путаю. Блин! Я же говорю, ты неправильно делаешь. Да, я догадался уже. Теперь давай, бей. Да, один на треугольник, да, теперь бей его. Попробуй его в огонь заменять. Нет, он тебя ударил. Блин, сам себя в огонь заменял, убегает. Нормально. Вот, сейчас начинается. А, сейчас разорвет! Нет, не разорвет. Это ж тебе не Бэтмен и Бэйн. Оу, фак. Мне самое, что интересное, Кингпин-то обычный человек. При этом он выносит такой урон тяжелый. Ага. И ему после этого нормально еще сражается. Вау! Прям киноха, чуваки. Да, то есть, в
плане кинематографичности игра очень много. То есть вот подобных сцен крутых в игре очень много и самыми разными. И на квадрат, на квадрат. Да, да, да. Ты на квадрат не можешь. В смысле? Я жму на квадрат. А, да, все. Вот ты его поймал. Вот это вот, короче, была у тебя такая обучалка игре. Дальше там все остальное, это уже походу... Фу! Огонь, мужики! Огонь! Так, ну что там? Так. 230 тысяч просмотров. Нет. Нормально. Но если... Не зря. Все было не зря. Так, вот, вот смотри, его ведут. Давай посмотрим. Дальше по ходу игры он будет в тюрьме. Да, да, я как раз сейчас. Наконец-то Дим. Едешь в Райкерс, да? Думаю, у тебя тут врагов даже больше, чем у меня. Если ты думаешь, что не будет никаких последствий. Ой, мне пора. Эй, удачи, Вилли. Чувствую, она тебе понадобится. Тут довольно много забавных шуток, кстати. Я сохранял порядок в этом городе. Один месяц! Один месяц, и ты пожалеешь, что меня нет! В общем, у тебя ощущение, что он прав. Главное, иначе бы не было в игре. Решетку. Вот теперь можешь просто полетать. Может, отпуск возьму? Я думаю, что... О, опыт вырос. Ништяк, да? Теперь тебе, да, нажми на клавишу. Сейчас он тебе предложит сделать, и, короче, ты сможешь прокачивать себя таким образом. Зажми X, чтобы изучить способность. Угу. Зажми. Ну, нажми и задержи, да. Вот у тебя теперь есть бросок паутины. Вон там справа написано, что надо сделать, чтобы у тебя получилось. Oh. У тебя пока 0 очков, то есть очки ты получаешь за выполнение сюжетных миссий, за какие-то побочки, там, не знаю, поймал грабителя, просто... который там угнал машину, типа, и так далее. Типа просто треугольник зажимаешь. Да, теперь выйди и полетай по городу, просто посмотри. Все, нечем, да. Пока ты ничего больше не можешь делать, надо сюжет походить. То есть игра, короче, стимулирует игрока проходить сюжетные миссии, проходить побочные миссии, потому что таким образом вы открываете новые жетоны, с их помощью можно там костюмы изучать, какие-то улучшения для костюма, гаджеты, их улучшения и так далее. Очень много всего, что можно сделать. Совсем рядом, в паре кварталов. Придется все делать самому. Не надо, это опасно. Лети. Лети. Ты время замедлил. Не, отпусти. Ценю энтузиазм быстрее. Но иногда он перебирает с ним. Красиво. А как надо это сделать? Надо поспешить, пока он не покалечится. По-моему, вот это зажимаешь левую... Бам! Левую голову. Вот сейчас ты можешь выдернуть его, да, просто так. Прикольно. При этом люди, сейчас они на тебя просто испугались, а если ты будешь там надать головой, допустим, мусорные ведра, они на тебя ругаться будут. Типа, хрен ты это делаешь. И чё они мне сделают? Ну, ругаться будут. Типа, вот ты плохой супергерой. Да я единственный, кто есть у этого города. Ладно, давай сделаем паузу. Угу. Не, игра очень красивая. Игра вообще потрясающая. Дай пару финтов. Давай. Так, сейчас я вам попробую показать. В игре очень круто реализовано, когда ты летишь вниз, и за секунду, прям буквально до падения на землю, ты можешь схватиться паутиной и пролетать вот так вот, или менять направление прям по ходу полета. Я тебе говорю, это из «Мстителей» музыка играет. Ну, она похожа чем-то. Ну, в смысле, мелодия та же, просто может быть другое исполнение. Вот можно к людям приземлиться, там, побродить среди людей. Человек-паук извиняется, они на него смотрят, он машет там рукой, когда она куда-то в сторону машет, но, видимо, она пыталась махать на ней. Вау. Можно, да. А можно под машину попасть? Можно, они могут тебя сбить. Ну, то есть это тебя не убьет, насколько я помню. По крайней мере, я ни разу не умер, когда я играл. Но иногда это довольно неприятно, когда по тебе пролетает автомобиль. Особенно если ты, допустим, сражался с какими-нибудь бандитами, и в этот момент тебя сбила машина. Такое в игре может быть вполне. Окей. Особенно если тебя сбивают бандиты на машине. Что тоже довольно неприятно. Сейчас вот смотрим. Вот так вот можно пролетать везде. Человек-паук, вот, ну повернись к нам лицом. Ты чё такой обидчивый? А ну, повернись, говорю, повернись! Так, ну, я, ребят, я пытался вам показать Человека-паука. А чё будет? Хочет. А, в смысле, просто показывать? Ну да, он лицо, лицо свое показывать не хочет почему-то. Давай покажем как-нибудь так. О, смотрите, видите, у него порванный костюм после драки с Фистом. Да, ништяк, кстати. Вот. Нормально можно увидеть повреждения, то есть сам Человек-паук довольно круто проработан. Можно всякие финты делать, способности ему прокачивать. По ходу
по ходу игры будут открываться разные дополнительные миссии. Они действительно самые разные, там от поиска каких-то скрытых элементов с пасхалками до побочных миссий с, там, допустим, группа сбежавших преступников, там, грабит банк, ты прилетаешь туда, там полицейские с ними перестреливаются, надо им помочь, показать, ну там помочь, допустим, не знаю, повязать всех. Или еще самые мои любимые миссии, это когда угнали тачку, и надо догнать эту машину, и попутно, там, не знаю, чтобы минимум ущерба был. Вообще, в принципе, в игре ущерб городу особо ни на что не влияет, но если в каждой миссии там будет человек много разрушать, а он будет много разрушать, то капитан полиции будет каждый раз жаловаться на него, типа, блин. И что, на что это влияет? Ну, в принципе, это просто забавная такая сюжетная миссия. Ну, она реально прикольная. Тут можно на некоторых небоскребах тоже людей увидеть. Вот они сидят там. Еще можно было столы ронять, вообще был бы огонь. По-моему, нельзя. Ну, по крайней мере, нельзя. Или прилетать, есть и не платить за счет. Вот они как-то очень спокойно на Человека-паука реагируют. Теперь можно, ну, 8 лет в деле. Пробежаться. Давай, полетели. Опа. Вот, видишь? Да, крутяк. То есть очень много крутых моментов, которые связаны с паутиной. Можно очень быстро летать, очень... Сейчас попробую показать очень крутую фишку. Окей. Сейчас. Тут есть разбросанные по карте, например, строительные краны. Если вы на большой скорости летите, то подлетая к нему, можно отпустить паутину, и Человек-паук пролетит. Видишь, как он быстро это все делает? Человек-паук пролетит прямо между отверстиями строительных лесах. Стрелы. Это очень круто, да. Причем это сделано, ну, то есть, он сам это автоматически делает, потому что у него скиллы. Ага. Вот взял, прилетел. Приземлился. Игра в плане полетов очень красивая. То есть, я вот когда в нее начал играть, то, наверное, первые 2 часа я просто наслаждался тем, как клево летать на горы. Ну, это объяснимо, да. Притом, по ходу игры там меняется время дня, погодные условия и так далее, и от этого летать еще круче становится. Например, вечером, когда закат, и летишь вот так вот над городом, на паутине, это выглядит просто офигенно. Ага. То есть, я играл в некоторые игры Человеки-пауки раньше, и вот паутина и ее способности, то, как она прилипает к зданиям, в этой игре реализовано просто офигенно. То есть, например, если вы летите над Центральным парком, то там просто нет зданий, к которым вы можете прицепиться. Соответственно, Человек-паук будет лететь очень низко и цепляться на паутине вообще к деревьям. И постоянно будет, ну, приземляться на ноги. И это реализм, потому что раньше в играх было так, что Человек-паук летит, и вот, например, сейчас мне некуда приземлиться, я в воду могу упасть. Кстати, да, Человек-паук может упасть в воду, смотрите. Воу! Можно поплавать в воде. А здесь акула. Нет, акул там нет, как? Но из нее выпрыгиваешь вот так вот. Оп. Понятно. Вот я напугал людей. Можно еще их напугать, мячик закинуть куда-нибудь. Наверное, они в мячик играли, а я его выкинул. Мне кажется, только что мячом попал в человека. Ну, тогда надо улетать с места преступления. Так. Потом, допустим, вот можно сейчас строительные леса. Давай, побежали. Очень круто в игре он бегает. Что ты делаешь, побежали. Вот. По высоким зданиям, по стенам, смотри. Оп. Давай, побежали. Потрясающе, конечно, красиво. Можно разогнаться и использовать это, чтобы... Круть. То есть, а он скиллы получает за это или просто так? Да, да. Чем больше ты летаешь, чем больше ты уворачиваешься, используешь способности паутины, у тебя прокачиваются какие-то достижения, тебе дают, либо ты просто улучшаешь свою способность летать. Там за это очки дополнительно дают. За опыт, как я сказал, там можно покупать всякие улучшения для костюма, сами костюмы. В игре их несколько десятков, и они очень классные. Ты у меня да. Диман, ты хочешь продолжить? Я думаю, стоит махнуться, чуваки. Да, мы сейчас поменяем нам ведущего, к нам присоединится еще один человек. Так, Человек-паук, возвращайся. Со-ведущий. Вот опять Человек-паук, давайте поменяемся. Давай, махнемся, да. К нам пора работать. Присоединиться. То есть не то, чтобы это была не работа, но... Да, да, да. Давай. Это как я буду работать без своего мата? Ну мы у тебя его ненадолго... Как в поликлинике, короче, очередь. Да. Все хотят оценить Человека-паука. Так, держи тебе один наушник. Давай. Я так, ничего не... Я Диме покажу управление, и потом покажу Дима. Так, это наш Дмитрий Петренко, редактор раздела технологий. Вот, Дима, здорово. Скажи привет людям. Здорово, вот, люди. Здорово. Я не играл в Человека-паука еще, зато я играл в Бэтменов. Да, вот ты заодно можешь что сказать, это примерно то же самое. То же самое примерно.
Вот попробуй полететь. R2, да, покинет. Ну, ты, в принципе, видел управление. У нас что, пометки? Какая-то миссия сюжетная? Пометки – сюжетная миссия, но она немножко спойлерная. Поэтому туда можно идти по... Если, собственно, подписчики не против, то мы можем вам показать. Ой, тут можно людей толкать. Прям. Давай, наверное, попробуем. Ну, можешь полетать, а потом сходить на сюжетную миссию. Я хочу дать в щи камни. На квадратик нажми, по-моему. Я пытаюсь, вот, он да, показывает у нас. Ну, графончик, кстати, вообще приятный, честно тебе скажу. Да. Я думал, что... Мы на прошке, да, играем сейчас? Да. Мне интересно, насколько она хуже на обычной. Попробуй стоишь. Запрыгнуть на машину. Ты можешь на ней проехать. Причем, как ни странно, водителю, в принципе, пофигу, что ты прыгаешь на его машине. Ну, а что он не сделал? Ты человек-паук. Да, это забавно. Видно, да, куда он цепляется всегда. Я просто много читал, что очень клевые полеты на паутине здесь. Паутина реально клево реализована. Ну, я только что рассказывал о том, что ты цепляешься к зданиям, либо к каким-то высоким объектам. Там строительные краны, мосты, что-то такое. И в игре нет моментов, где ты цепляешься за воздух. То есть паутину и вообще все связанное с полетами на ней Insomniac очень круто реализовали. Ну, собственно, блин, вы все видите сами. Посмотрите, как это круто. Нет, реально клево. Это круче, чем в Бэтмене на плаще летать. Да. Ну, серьезно. А у него же был крюк, насколько я помню. Да, там можно было цеплять. Вот так примерно делать. Кстати, вот так делать. Угу. Паутина бесконечная, да? В полетах здесь, да. Как я уже тоже чуть раньше сказал, паутина будет заканчиваться только, когда вы применяете какие-то ее особенные способности. И то она какое-то время у вас заканчивается, потом перезаряжается, и вы можете ее использовать снова. Блин, графика, что-то я вообще не ожидал, что... Да, игра очень крутая. Что вот смотри, я просто такой боярин, ребята. Покажи, вот вправо прокрути камеру, и видишь, тут какое-то происшествие произошло. То есть в городе постоянно что-то происходит. Вот, например, здесь, судя по всему, сбили велосипедиста. А, ты решил помочь велосипедисту, добавив ему люк. Они повторяются в какой-то момент? Или их очень много? Нет, их много, они самые разные. Здесь есть... Лучше ты им не мешай. Что с ним там происходит? Так стоишь, что-то ничего. Ну вот ему, видимо, плохо стало. В игре есть повторяющиеся миссии в том плане, что, ну, например, там машины угоняют. И колеса и спон. И они чем-то похожи, но в принципе игра все время подбрасывает в разных районах разные задания. То есть у тебя там есть угоны автомобилей, ограбление банков, там, не знаю, закладка наркотиков, что-нибудь еще такое. И человек-паук всему этому должен помешать. Чаще всего это можно будет слушать с помощью полиции. Полиция сообщает, и ты летишь помогать полиции. Если у вас какие-то вопросы есть, то задавайте, мы вам расскажем про игру, все интересное. Пишите нам в чат, с удовольствием ответим на ваши вопросы. Блин, пока что я нашел себе занятие, короче. А где можно быстрее бегать? Как-то да, на R1. Или на R2. Я не помню. Все, спасибо. Лети по метке, вот у тебя справа там отмечено. Тебе туда надо поквест. Да я понял, там просто ты говоришь, она спойлерная. Ну, она относительно спойлерная. Игра-то как бы уже вышла. Так что, в принципе, можно пройти там ничего такого. А в воздухе можно финты делать, как клево? Да. Ты постепенно, по ходу прохождения, Человек-паук... Ну, он как бы умеет делать многие способности уже с начала игры, то есть вот... Но по блин, ходу, слушай, это здорово. Тебе будут объяснять здорово. Некоторые вещи, и ты сможешь их применять снова. Нажми на L2, R2. Вот сейчас вот, например. В любой момент. Видишь, ты притянул сюда. Также ты можешь залетать на любую крышу, какие-нибудь выступы или что-то такое. Сейчас движок интересный. Я так. Вот, тебе туда вниз. Я понимаю. Ну, короче, я так понял, структурно это он очень похож на Бэтмена в этом плане. Но мне нравится Arkham City. Точнее, мне больше нравится, конечно, Arkham City. Тебе туда вниз, да. Но Arkham Knight тоже был ничего. Давай. А теперь мы вам покажем, в игре помимо Человека-паука вы можете играть еще и за Питера Паркера. То есть, когда вы играете за Паркера, соответственно, он не делает всех трюков, а он просто как обычный человек ходит, общается, делает какие-то задания в сюжетные, выполняет. То есть, мемасы постит, наверное. Ну да, по большей части вы играете за Паркера именно... Это Паркер, правильно? Да, это Питер Паркер. Я просто специально ничего не смотрел до выхода игры, кроме ролика с E3, потому что я знаю, что Insomniac... А это его профессор. ...не могут сделать плохие игры. Начали без меня. Поэтому глава комиссии по грантам скоро прибудет. Тупой АИ, ну... Паркер,
это все-таки такие филлерные чуваки на улице, которые ходят. Обычные мобы, которых в каждой игре десятки. Тут, в принципе, удивляться тому, что их интеллект периодически сбоит, ну, это не очень правильно. Я, кстати, не вижу, где даунгрейд графики, что все ныли, что даунгрейд графики. Либо мы просто играем на прошке. Нет, поэтому... смотри, в игре реально очень круто. И вода, воздух, какие-то взрывы, пули. Освещение классное очень. Кажется, я знаю, кто этот чувак. Да ты что? Я как раз сегодня, я написал тебе, кстати, про Рэйми. Вот. Я очень люблю первый фильм и второй, особенно второй, наверное. Ну, тогда тебе игра точно должна понравиться. Да, на мой взгляд, это самый каноничный Человек-паук, такой прям, который должен быть. Герой детства, можно сказать. Угу. Поэтому я надеюсь, что она будет больше похожа на... не на Coming Home. Нет, она действительно больше похожа на фильмы Рэйми. Это все из-за меня. Затраты энергии. То есть, если вам нравятся фильмы с Тоби Магуайром, то вот эта вот игра от Insomniac, она действительно будет близка. И по духу, и по подаче персонажей, и даже по каким-то определенным сюжетным моментам она действительно похожа на фильмы. Мы можем где-нибудь еще это обсудить. Сэма Рэйми. Может быть, тебе сегодня взять отгул, Питер? Но потом поговорим. Очень классная в кат-сценах анимацию персонажа. Да, да, да. Кстати, дубляж. Угу. Нормальный. Вроде даже лип попадает в губы хорошо. Да, дубляж нормальный. Хотя меня немножко коробит от того, что некоторых персонажей они перевели довольно криво. Конечно, так они перевели. По-моему, Громила. Да. Громила? Но я не уверен, я не помню. А! О! Теперь ты ходишь, да? Мирный эпизод, покажи, да, лицо, да. Паркера. Да, давай, Саня, на свет только куда-нибудь. Вот, собственно, это лаборатория, в которой Питер работает. Вот. Какой-то он здесь немножко азиат, приблизь камеру к нему. Он просто не выспался. Вот здесь очень много пасхалок скрыто в игре, вот в таких вот именно сюжетных миссиях. То есть вот походи по помещению, если ты подойдешь куда-нибудь, там будет высвечиваться, что ты можешь как-то взаимодействовать. Был бы редактором комиксов, я, наверное, все бы исследовал. Ой, кажется... здесь действительно много всего. Вот подойди, например, сюда. У нас есть все типы протезов, что он тебе там предлагает? Какие только бывают. Нажми там другое. Он не появился просто. Наш первый доброволец. Капрал Тексидор. Потерял руку в бою и сейчас хочет просто снова обнять дочку. Ну, здесь я не подскажу, что это пасхалка, но в любом случае, то есть очень много каких-то моментов, где Человек-паук вспоминает, типа, ой, а вот я там, не знаю, там 5 лет назад сражался со стервятником, было прикольно. И рассказывает, как вспоминает какие-то моменты, которые действительно были в комиксах или были так или иначе реализованы в каких-нибудь экранизациях. Это очень круто выглядит. Посмотрим, что с тобой не так. Вот ты вместе с... А никто не знает, да, здесь, в этой вселенной, кто... Ты Человек-паук, ты Питер Паркер? Знает кое-кто. Mm-hmm. Я не буду говорить. Но я понял. Все узнать сами. Малое количество персонажей. Вот в игре есть, скажем так, мини-игры, которые вам нужно выполнять по сюжету. Биошоке. Да, и вот здесь вот одна из них. Я не опоздал на проверку, я Она довольно простенькая. То есть тебе из первой надо во вторую загнать напряжение. Да, я понял. Сейчас, блин, как... А, вот так. Угу. Ну да, жми на крестик. Нет, ты ее можешь поворачивать. Да, поворачивать. Я пытаюсь, собственно. L2 или R2? Все, понял. Ну, тут все довольно легко. Я глупый человек, поэтому. Нет, теперь вправо. Блин, эти клетки, их можно... Использовать. Да, понял, все. Ну, игра тебе все объясняет. Дальше да, вот эти головоломки просто... будут усложняться, и некоторые из них действительно будут сложными. Я просто... Хотя, в целом, ну, если вы играли в похожие игры, вот как ты сказал, там, Bioshock тот же, в которых есть какие-то такие вот головоломки, то никаких проблем у вас не возникнет. Да нет, просто я не понял, что клетки, которые... Направим сервопривод. Под цвет. Так, мне можно чувствовать направление. Вот, например, видишь, у тебя там некоторые закрепленные, то есть вот та, которая снизу, ты ее никак не можешь повернуть иначе. Вот так. Угу. Да. И там стрелочки, которые показывают, в какую сторону нужно направлять подачу энергии. Ага, понял. Все, теперь понял. Нет, ты не понял и поставил ее да, в другую сторону. Да. Как ее убрать? Все, понял. Да, вот. Вон у тебя одна осталась. Да, снизу. Вот это. Нет, лучше не эту, а ту, которая самая нижняя. Знаешь... Ну так думаю, я тебе говорю. Хорошо. Вот это, собственно, и есть геймплей Человека-паука. Вот, как вы видите, в открытом мире. Это сражение с боссом.
Да, я шучу. А теперь уже вот третий. Блядь, нет, третий. Блин, не ту. Вот на стримах, конечно, такие штуки проходить. Я бы никогда, если бы я стримил, медовый кот я бы никогда... Я Денис Варков, редактор раздела комиксов, а это Дмитрий Петренко, наш редактор раздела технологий. Дима вот пишет у нас про разные гаджеты, прикольные всякие штуки. А я рассказываю об этом. Можете почитать... Материалы у нас некоторые уже есть, связанные да с Человеком-пауком от Insomniac. Например, мы рассказывали о... О чем я рассказывал? Я уже забыл. А, о комиксах, которые стоит почитать перед тем, как поиграть в Человека-паука от Insomniac, потому что формальная игра не основана на каком-то конкретном сюжете, а она заимствует некоторые элементы истории из комиксов и адаптирует их по-своему. То есть при этом некоторые персонажи остаются такими, какими они были в комиксах, а другие заменены. Ну, изменены там, не знаю, история какая-нибудь происхождения или подача персонажей и так далее. И вы можете почитать об этом статью у нас на Канобу. Если бы я был стримером, я бы никогда в жизни не приходил к реестру на стриму, потому что на тебя смотрят люди, а ты сидишь и немного ютубишь. Ну, она быстро, это быстрый квест. Вот теперь тебе нужно подвигать рукой снова. Как новенькая. Подвигай рукой, видишь. Молодец. Помаши рукой нашим зрителям. Вот, видите, это вам привет. Позицию кисти это больше похоже на... На геймплей в открытом мире. А если есть инскрит? Да, примерно так это все выглядит. Крайне реально. Я испытывал новые материалы для протеза. Теперь иди за... Он просил меня просмотреть работу, когда будет время. Оно пришло. Я немножко умею нажимать, так что... Мне просто надо было кнопку показать. В игре, кстати, много очень разных костюмов. И мы будем делать, у нас будет материал на сайте, в котором мы расскажем о том, из каких комиксов эти костюмы пришли в игру. И, скорее всего, этот материал у нас будет на выходных, и вы сможете прочитать, какие интересные, какие-то неожиданные даже порой костюмы есть в этой игре, и вы можете их использовать, то есть если вы их наденете на Человека-паука, то он будет ходить, тебе нужно вниз вот туда их перетащить. Понял, да. Если вы их используете, то ваш Человек-паук даже во всех кат-сценах будет в том костюме, который вы выбрали. И это очень прикольно, потому что некоторые костюмы очень необычно выглядят, и потом... Есть костюм Человека-паука свина? Свина нет. Но есть... Вы знали, что есть Человек-паук-свин, кстати? Я узнал, когда об этом, я потом, 15, наверное. У нас, кстати, есть статья об этом, о различных версиях Питера Паркера из параллельных вселенных. Питер Покер. Да, там есть, например, Человек-паук из вселенной, где все супергерои стали зомби. Почему у нас, хотя? Так, ладно. Надо уходить отсюда, пока я все окончательно. Вот теперь ты обратно. Короче, миссия за Паркера закончилась. Вот они все примерно такие, есть миссии. Что-то горя уныло, мне кажется, это все. За Паркера? Да. Ну, по крайней мере, если нет никаких сюжетных каких-то штук. Соглашусь. Да, то... Мне миссии за паука больше нравятся, чем за Паркера. Вот так приходишь кому-нибудь домой, Человек-паука посмотреть. А там вот это. Ты такой думаешь, куда я попал вообще? Вот, ты опять надел костюм. У него костюм рвется или это... Это один рваный костюм. Угу. То есть он, как у Бэтмена, доспехи не... Ну, на них там будут отметины. Человек-паук, это Юрий. А Фиск уже в Райкерс? Вот тебе Юрий Ватанабе, это капитан полиции. Она тебе сейчас рассказывает, куда лететь. Она не знает, что это, но... Вот, например, они перевели тюрьму Рафт, как плод. Если вы помните, то в фильме «Первый мститель. Противостояние» — это третья часть про Капитана Америку. Там была эта тюрьма, то есть в конце в нее посадили мстителей, которые поддержали Стивена Роджерса. И в этой игре тоже есть эта же самая тюрьма. И выглядит она примерно так. Тоже находится полностью на воде. Правда, около Нью-Йорка. Короче, это такой... No Man's Sky. Ну скажи, как мне работать. Потому что очень. Смотрите, периодически во время игры будут показывать подкасты Джея Джона Джеймсона. Если вы помните Джея Джона Джеймсона, то он просто люто ненавидит Человека-паука и постоянно его в СМИ поносит. Вот послушайте. Если вы закажете книгу мистера Джеймсона «Человек-паук. Опасность или угроза» в течение суток после эфира, вы получите копию с бесплатным автографом. Без пожеланий. Не просите. Не получите. Добро пожаловать только по вот, голос Джона Джеймсона. Мы расскажем вам обо всех угрозах нашему городу. Перейдем к звонкам. Говорите. Вы признаете, что Человек-паук заслужил наше доверие за победу над Фиском? В смысле, бандит должен сидеть в тюрьме, правда? Серьезно? Ух. Скажите мне, кто? Полицейский? Реально, в животе немножко даже. А может,
покалывает, как говорят, кишмиска. Круто. Полеты реально очень круто реализованы. Особенно если ты научишься и сможешь манипулировать. Короче, маневрировать очень лихо между зданиями, это будет реализовано очень классно. Можно запрыгнуть на машину, толкнуться от нее, взмыть в небо, прицепиться паутиной к небоскребу, раскрутить себя, допустим, резко развернуться и лететь обратно. Короче, надо брать. Да, игра реально классная. Я вот ее, например, я, например, на 100% еще не прошел. У нас на 100% в редакции прошел игру пока только Денис Майоров. Но рецензию. И он написал на нее рецензию, вы можете ее прочитать на сайте. И ему игра очень понравилась. То есть, понятно. Да, в ней есть ряд каких-то недостатков, но она передает Человека-паука действительно очень круто. И это пока что, пожалуй, лучшая игра про Человека-паука, которая вообще выходила. В этом году балла не будет. Слишком много потратили на систему наблюдения Оскорб. Оно же того стоило? Ну да. Еще час назад. Здесь нет, да? Игра не начинается с момента укуса. Нет. Здесь прошло 8 лет. Говорят, нам уже рассказывают, что он получился. Ну, упоминаются периодически события. Плюс там тетя Мэй появляется как персонаж, ты с ней взаимодействуешь, она упоминает Бен Паркера и так далее. Motion capture. И ты позвонила мне? Да. О, как мило. Я позвонила, шутки. Кому доверяю. Давай, главный вопрос. Шутить смешно? 50 на 50. Ну, как в комиксах, в принципе. То есть, есть какие-то смешные шутки, есть шутки плохие, откровенно. Ну, собственно, чувство юмора Питера Паркера здесь показано отлично. Ну, оно такое, да. Оно специфическое. Оно как твое примерно, знаешь? А, спасибо, спасибо. Вот, теперь нажми на... Одни частоты смещены. Периодически в игре появляются вот такие вышки, и вам надо, короче... Что-то это напоминает мне очень. Я не буду говорить, что... Вам нужно их активировать для того, чтобы открыть кусок карты, на котором... А, так это вышки. Да, на котором будет доступно... допустим, где находятся какие-то спрятанные вещи. Короче, ребят, если вы играли в Far Cry, вы знаете, что это за вышки. Да, к сожалению, да. Это можно повторить они есть. С другими вышками? Ага, но знаешь, что, для их пришлось залезть в ее программу. В игре, если ты откроешь все вышки, то получишь достижение. Похоже, тут неподалеку сейчас кража. И еще геморрой, наверное, заработаешь себе. Не утруждайтесь, я займусь. Нет, тебе в другую сторону. Мне просто там было написано «Нажмите для поиска преступника». Ну, вот что, на карте лишь рядом с тобой. Такая ненавязчивая подсказка, где преступление происходит, да. Красная? Да. Угу. Похоже, на фунтов хаски. Прикрывай. Блин, я же не знаю, как драться. Удар — это квадратик, чем, да? Да, квадрат. А ворот? Теперь уверен, что они не забыли ключи. Чтобы притянуть врага, ты жмешь на треугольник. Зажми квадрат, чтобы подбросить его в воздух. Да, я. Бил на край. Как уворачиваться еще раз? На круг. На круг. Все, понял. Если нажмешь L1 R1, то ты притянешь какое-то окружение, чтобы его использовать в бою. Да, я понял. О-хо! И после этого Грешечек-пук не убивает людей, да? Ну, слушай, анимации очень крутые, реально. Да. Причем, что еще нравится, то, что враги не просто так исчезают после того, как ты их убил. Попробуй еще раз в того чувака запомнить что-нибудь. Давай. Ну, круто же. Реально круто. Я, между прочим, когда играл первый раз, я на этом моменте умер. Просто потому, что я не сразу допер короче. Люди смотрят, а? Они фоткают. Да, они смотрят, они могут тебе хлопать, везучая могут дыри. Махать рукой, еще мой что-то. Любимый, грубый, но милый. Вон, там еще одно преступление. Да, понял. Чего? Нет, ты обещал, что больше не... Коп-паук. Нет, не надо. Коп-паук. Клево, паутина, я не знаю, вам слышно или нет, когда раскачиваешься на ней, она скрипит. Да. Это такая маленькая деталь, но я очень люблю в играх такие штуки, реально. Так это ты стукаешь. Отвали, урод! Опять хаски. Тут все, да, большие звуки хаски разбились. Я сказала, отвали! Я видел фильм, который начинается точно так же. А ну потише, леди! Отстань от нее! Громилы очень сложно ранить рукопашную. Используйте паутину и броски предметов. Угу. Давай. Опять же, используй окружение. Громилы — это вот этот большой чувак. Вот, нажми на... Да, собственно, ты все. Короче, как в Бэтмене. Понял? Угу. Не, его бессмысленно... Да, я понял. Я просто ждал, пока у них кнопку покажут.
это было очень просто. Так, да, давай. Не, его опутал. Да я понял. Я просто же не могу. Это самое. Пока их не приведешь тут. Чтобы притянуть врага, жми на треугольник и на него направляй. Ох ты. Смотри, как лечиться? Лечиться вниз, но тебе нечем лечиться. Для этого тебе нужно его побить немного. Да не, вот, нормально. Там уже есть чем лечиться. Немножко концентрация была накоплена. Опутывай его паутину. Теперь бей на треугольник. Все, понял. Все. Понял, он опутает прям да, в кокон, да, короче. Он не сможет двигаться. О! А, это как в этом, как в Shadow of Mordor, если кто-то играл, там нужно было... L нажми и туда. Да, подожди, я читаю. Неплохо. Да, клево, мне нравится. Все в порядке. Я знала, что Джеймсону нельзя верить. Ты немного странный, но с добрым сердцем. Вас куда-нибудь проводить? Я сама справлюсь. Кстати, а ты не знаешь, почему Человек-паук может по стенам бегать? В виду, у него есть такое место, центр... волоски на пальцах тоже, да? Везде. Мне не нужны подачки. Там лучше. Кстати, это, кстати, странно, потому что в некоторых комиксах у него были, ну, такие прям кроссовки, грубо говоря, на ногах. Да, 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 я про это... Волоски должны быть слишком мощными для того, у него, по-моему, даже в этом же, в... В фильме он вообще в фильме стоял. Он в первом же... В обуви. Да, он в первом же фильме, первый костюм его. Это да, конечно. Оттуда можно разглядеть следующую вышку. О-о-о. Давай, лети. Следующая вышка. Ты куда-то не туда летишь. Нормально. Поднявшись на вершину. А, по стене вверх, смысл, понял. Он разглядел свою цель. Вторую охранную вышку. Это ты про себя, что ли, вещаешь? Тут много таких. Клево, это клево. Некоторые довольно смешные. Никогда не понимала копа-паука. Считала его диким зверем. Я уже жалею. Особенно, когда ты там другой костюм получишь, что такие вот брутальные фразы звучат еще смешнее. Так. Теперь подходи к вышке. Угу. Залезть на нее. А, ну даже залезать не надо. Нужно настроить эти вышки не только на преступления. Вот видишь, у тебя постепенно уже вечер наступает в игре. То есть, когда ты выполняешь... Это не паутина скрипит, это у Гоши стул скрипит, короче. Mm-hmm. Гош, так ты, наверное, и озвучивал тогда. Есть! Этот саунд-эффект. Теперь вышки ловят все радиочастоты. Теперь нажми на... Поблизости тут что-то есть. Что же это? На R3 нажал? Да, нажал, нажал. Только ты не увидел ничего. Да? Я хочу... Я же говорю, он не разбивается. Он ровно ну, за минуту... Не, я думал, что он там как-то он так типа, не знаю, себя подстрахует паутиной, а он просто вниз только бабах. Не, он группируется. Он же сильнее, чем обычный человек выносливый. Ему-то, в принципе, норм. Ну, наверное. Не, мне просто интересно. Нажми на R2. Подожди, можно же лазить еще. R2 нажми. И беги вверх. Не хочу полазить. Вот. Что ты не даешь мне полазить по стеклу? Смотри, как красиво полетай сейчас над городом. А тут вроде нет, кстати, я читал, нет смены. Она по сюжету меняется. Да, это, кстати, очень странно. Ну, это обосновано тем, что в игре события игры, они происходят типа примерно несколько недель. А, маленький промежуток, да? Да, mm-hmm. И поэтому каждая ночь, каждый день они паука получаются довольно насыщенными. Ну и, в принципе, это логично, что когда Человек-паук выбирается в город, чтобы, там, не знаю, пропатрулировать районы, то он успевает много что сделать за один раз. Хотел красивый кадр сделать, в итоге получилось как обычно. Да. Так, что делать надо? Лети. Проверить сигнал. А где видишь, он? Видишь, вон у тебя рюкзак на карте отмечен рядом с тобой, зелененький. Да. Вот иди туда. А, он внизу, наверное, да? Нет, он на соседнем здании, видишь? Вот на которой человек... Понял, дорогу. Понял. Угу. Туда забирайся. Стой. А теперь посмотри по сторонам, где находится рюкзак. Около тебя. Где-то пищит он, я слышу. Вон он на стене. А, подойди. Вот это? Да. Я думал, он оранжевый почему-то, не знаю. Послушай. Ого! Это же мой школьный рюкзак. Я же как у него был рюкзак в школе. Много. Да.
Ну, даже в возвращении домой же, помнишь, паук шутил, что типа все время теряет рюкзаки. Это они знали, короче. Да. Интересно, сколько таких всего города? То есть город, как вы видите, довольно большой, и в нем очень много таких рюкзаков, и в каждом из них какая-то пасхалка, связанная с прошлым Человека-паука в этой вселенной. При этом там есть и отсылки к... Камбух есть. К классическим каким-то комиксам, к... даже есть отсылки к каким-то мультфильмам и фильмам. Ну, все без спойлеров, увидите сами. Все это очень круто сделано. И дневники, да. С нашего первого свидания с МЖ. А, это эти. Collectibles. Да. Ну, я и говорю, там очень много пасхалок. А зачем он спер меню с первого свидания с МЖ? Он супергерой, не спорь. Он и человек, он может делать все, что хочет. Но главное коп. Шутки кринжовые, мне нравятся. Да, шутки у него как хорошие, так и плохие. Но они плохие, в хорошем смысле плохие. Как, ну, типа, смотри, что они на образ. Ювелирного магазина. Это активность сюжетная или... Нет, это побочка, побочка. Угу. Чем больше таких это... проходишь, тем лучше. Человек-паук, стреляй! На паутину, да? Да, молодец. Ты что-то прям упор к нему побежал, чтобы его ударить. На круг, когда на тебя наводит прицел, и он начинает краснеть, жми в этот момент на кружок, чтобы... Да, я понимаю, понимаю. Вот как после такого человека может ничего не сломать, сзади тебя еще один. А все, ты его... Я хотел добить его. Будь вы так усердны на нормальной работе, где он пришлось там? Бы становиться преступниками. Там у одного из них автомат, осторожно. Человек поведет. Так. Используй двери, может двери в него фигурят. Я полагаю, это больно. Хотя он сейчас вроде встанет. А, нет, уже не встанет. Я не знаю, но у меня аж... Так, вот Юрий, как раз жетоны сжались. По ходу игры получаешь такие жетоны. Ты не хотел сказать, как паук ее починит? Он как хлопает. Я тут подумал, Юрий. Спасибо, служба спасибо. Закону, удел молодой. А коп-паук, он уже... С нервниками ничего, да, вообще нельзя делать. С чем? С мирными жителями. Нет, их бить нельзя. Ну вот там паук, съесть паутину. Коп-паук в отставке. Ну там по сюжету в основном. За это надо выпить. Мы все пьем сегодня, Юрий. Память о копе паука. Просто в Infamous, я помню, это было клево сделано. Там, там есть... убивать можно. Да, и тебе за это дают очки. Наверное, злодея, который открывает эти способности. Ну, здесь ты супергерой. Да нет, понятно, просто... Супергерой не может быть злым. Это колесо? По крайней мере, да, это было колесо. Это было колесо. От машины, которую ты до этого и разбил. Оно исчезло. Да. Но оно укатилось куда-то. Консолер. Так. Ух ты. Ну ты да, ты ловкий. Ты же все-таки супергерой. Круто. Мне, это, наверное, тоже можно кайфу, да? Угу. Думаю. А машины можно поднимать, переворачивать? По сюжету. Угу. Ну, в некоторых миссиях. Вот. Здесь нельзя. Давай еще одну пройдем. Я думаю, наши зрители сделают примерно. Короче, вот тот человек, который не играл никогда до этого в Спайдермена и не видел его, ну, то есть видел какие-то ролики, но при этом играл во все три Архам... Бэтмен Архам, да. И в Infamous, ну то есть во все игры практически в открытом мире, связанные с так или иначе супергероями, я могу сказать, что это очень, ну то есть смотри, геймплейно очень все похоже на то, что было у Rocksteady, например. Но, во-первых, другой тон совершенно, ну то есть если там все было мрачное и такое, везде боль, страдания, и Брюс Уэйн постоянно ноет, то здесь он такой боль. Вот если вы играли в Sunset Overdrive, это предыдущая игра Insomniac, вот она не такая, не настолько безумная, именно Spider-Man, но напоминает тоже такая какая-то летняя. Очень, в ней очень приятно играть. Вот ты сидишь да. И, не знаю, короче, какое-то приятное ощущение остается. Вот ты вот реально, ты реально в Нью-Йорке. Вот посмотрите просто на город, мир. Насколько он красиво выглядит в закате. Ну и графон, да, конечно. Я то думаю, есть... что, ну, честно, это, наверное, одна из самых красивых игр на PlayStation сейчас. По крайней мере, на PlayStation 4 Pro, потому что я думаю, что на обычной консоли... Птицы летят. Дальность, да, при рисовке она упадет. Но в плане освещения, я думаю, все будет так же. Это очень здорово. Единственное, я думаю, что если вы не любите гринить Open World, то есть вам не по кайфу собирать рюкзаки... И... Ну без этого как прокачку сделать, слушай, сложнее было бы с таким супергероем. То возможно, вам ну, надоест, но если есть PlayStation, то, мне кажется, можно и купить. Я бы, наверное, себе купил, потому что я переживаю Спайдермена, это, наверное, мой единственный любимый герой, если я не очень люблю супергероику, но Спайдермен и Бэтмен, такие два.
иконичного персонажа. К тому же я вырос на фильмах Рэйми, особенно на первом, который я, наверное, 20 каждый день приходил со школы и смотрел. И мне нравится. Вот. Но под такие игры нужно брать, наверное, отпуск, потому что она очень большая, да, мы уже на два играем, до сих пор нас что-то обучают делать. Но я на самом деле жду от этой игры больше всего сюжетных миссий, каких-то очень красивых постановочных сцен, потому что, если ты помнишь, на E3 там была сцена, когда он бежал по этажу небоскреба, прыгая через столы, и потом вылетал в окно. И... Мне жаль, что я все испортил. Такие миссии здесь есть. Кстати, там миссия тоже есть. И она гораздо сложнее, чем она была в ролике на E3. Вообще игра сложная, кстати? Ну, то есть ты вообще можешь умереть? Как бы? Умереть ты можешь только в сюжетных миссиях. Как вот помнишь, ты играл, я играл, и меня добили, и у меня здоровье кончилось. То есть ты тогда начинаешь сначала. Но в принципе, насчет сложности игры, тут вопрос такой. Мне лично было гораздо сложнее иногда разбираться с кучей врагов, то есть когда там несколько волн с противниками, чем разбираться, например, с боссами. То есть боссы мне не показались сложными, хотя с некоторыми из них сражения очень интересные. Чисто визуально, по крайней мере. Блин, Нью-Йорк очень похож на настоящий. Я был в Нью-Йорке, к счастью, ну, мне довелось, и серьезно, очень круто. Сейчас сделано. Попробую вам показать. Ну, это неудивительно, учитывая, что, скорее всего, студия американская, им ничего не стоит загонять в Нью-Йорк, но сам факт. После ареста Фиска рынок наркотиков вырос. Пора это исправить. Привет, парни. А какие-то отсылки к фильму Marvel последним? Там, к Мстителям? Ну, здесь упоминают. Тут башня же, да, вроде есть? Да, тут есть башня, только ее надо найти. Я не помню, где она находится точно, честно скажу. Тут город очень большой. В городе вы, кстати, можете найти очень много разных пасхалок не только к тем персонажам, которые были в киновселенной, но и к тем, которые не попали в фильмы. И вообще это довольно прикольно, потому что это целая вселенная Marvel, и возможно, что от успеха этой игры будет зависеть, что впоследствии будет с играми про других персонажей. Да, я думаю, что, в принципе, ну, это пробный такой. Смотри, сейчас. Чувак, я не могу ничего делать. У меня концентрация. Пробный блин, так сказать. Ну, 8 баллов поставил Денис Майоров Спайдермену, и, в принципе, наверное, главная проблема у нее то, что она предсказуема, то есть ты знаешь вообще, не имею в виду не сюжетно, а геймплейно, то есть ты знаешь, что это за мир, это такая обычная игра в открытом мире, но просто в на очень-очень хорошем уровне и про очень-очень клевого супергероя, и сделанная на таком, на уровне, наверное, даже выше. Чем тот же Arkham Knight. Мне кажется, это первая игра Marvel, в которой они прям действительно основательно подошли к изображению героя, его окружения и мира. То есть вот вы видели, я сейчас запрыгнул на здание, я испугал голубей, которые там сидели. Это реально очень круто реализовано в плане взаимодействия Человека-паука с миром. С какими-то вот даже мелкими элементами. Вот смотрите, видите, резко поворачиваешь, он переворачивается в полете. Блин, ну короче, это здорово, потому что я знаю, что сравнивать Спайдермена с Бэтменом Аркхем, это такой мавитон, это как говорит, что все игры похожи на Dark Souls, но человек, вы просто присядьте, вы поймете, Бэтмена. Почему, потому что флешбеки с этими метками мгновенные, но другое дело, что даже Arkham Knight, он казался таким игрушечным, то есть там не было ощущения, что город такой прям реальный. Вот, смотрите, если вы помните... Assassin's Creed Unity, да, который первая игра, в которой дома были воссозданы один к одному в пропорциях, и до этого ты даже не мог подумать, что в принципе что-то может быть не так. Ну, то есть ты играл там во вторую, третью часть, и дома там были, но дома и дома обычные, нормальные. А потом выходит Unity, которая была там, несмотря на свои проблемы, все-таки игрой такой очень важный для серии, в которой просто здания, ну, они реальные, как настоящие. И такая же тема у меня еще примерно с Спайдерменом, потому что когда я играл в Arkham Knight, мне казалось, что город, он, ну, такой грандиозный и величественный, настоящий. Но сейчас, например, я понимаю, что он был довольно такой игрушечный и... Ну, слушай, все со временем выглядит немного. Да, то есть, как бы по размаху, время... конечно, Spider-Man это очень что-то клевое и крутое. Вот. Я в свое время очень любил, у меня когда-то был Game Boy Advance. Я, на него была игра, по-моему, связанная с Мистерио, если мне память не отказывает. И она была с видом сбоку. Ну, это была такая клевая игра про Человека-паука. И я, когда был мелким, думал, блин, ну круче этой игры про Человека-паука сделать уже ничего нельзя. Я ошибался. То есть, когда вот играешь в такие игры, ты понимаешь. Что... Слушай, ну на самом деле, по большому счету, Spider-Man одна из тех таких франшиз, где никогда не было прям, ну, откровенно... плохих игр, по крайней мере, я не помню. То есть, я помню, была
часть на ПК про симбиотов очень давно, очень давно. Fable Shadows, по-моему. Нет, еще раньше, гораздо раньше. Потом была часть, которая вышла к фильму, и она в то время была просто грандиозная, потому что там была офигенная графика. А, конечно, не было таких клевых полетов, потому что там он просто летал, ну, к небу присасывался паутиной. Была клевая Fable Shadows Shadow Dimensions. На самом деле, он умеет плавать. Да. Серьезно, круто. Потому что, например, в Vice City. Ты сравнил Человека-паука и Vice City. Ну, я имею в виду, там просто это было необходимо, потому что игра происходила в сеттинге таком морском. А здесь человек вообще это же не нужно в игре, а? В Vice City Stories можно было плавать. То есть, ну, он же в миссиях не будет плавать. Не будет миссии, где он плавает. Честно говоря, не помню. То есть это просто они там сделали. Есть миссии, клево, которые будут происходить около воды, но и тебе ты можешь в них упасть и выплыть. И еще это элемент стелса, ты можешь по-тихому подплыть. А, морские дьяволы, короче. И выпрыгнуть. Но там не будет именно схваток в воде. По крайней мере, я не помню такого. Но я еще не всю игру прошел, поэтому. Вон, видишь, мне дали, дали какое-то достижение просто за то, что я много падаю. 1000 метров. О, видел, смотри. То есть можно паутину активировать прямо внизу. Ну, дернулся, не знаю. Сейчас еще раз. Чуть-чуть как-то она все равно, конечно, видно, что это, но. Вот смотри сейчас. Угу. Раз, два. Мне нравятся анимации у него. Они какие-то паучьи. Да, позы, да, все вот эти. Он двигается такие очень классно, очень плавно, причем. Можно еще делать. Оп. Короче, если вы любите, мы скажем то же самое, что и все говорят, потому что это, наверное, это правда. Ты садишься играть и понимаешь, что все, что я об этом говорю, это правда. Если вы любите Человека-паука, то эта игра, конечно, дикий must-have. Особенно, даже если вы не любите комиксы, как я, например. Я, ну, просто не моя культура, я не понимаю ее. Но мне очень нравится фильм Рейми и в целом герой, и это очень клево. Да, обязательно пробуйте и попытайтесь поиграть в игру, вы да, не пожалеете об этом. Посмотрите, нужно самому поиграть хотя бы чуть-чуть. То есть там у друзей посмотрите, потому что я, ну, понятное дело, что в принципе каждому свое и кому-то не понравится, например. Но на наши рекомендации, наверное, что. Да. Потому что, ну, даже Денис Варков, который в игры играет не часто, на самом деле, то есть из редакции его. Он играет только в PUBG мобильный, наверное. Да, так, да, регулярно. Я очень мало играю. Что-то от Telltales, и поэтому он к играм относится довольно так. Ну, то есть, ему нравится что-то, но очень прохладно. То есть, здесь, например, я помню, что он рассказывал прям, что там, там что-то паук клёвый, там, может, на паутине. Она именно цепляет своей атмосферой и подачей персонажа. То есть, если вам Человек-паук был, в принципе, интересен как супергерой, то есть, по той причине, что это совершенно простой парень, который так же, как вы, вот, кстати, посмотрите сейчас, граффити с носорогом с Рима. То есть реально можно город прям изучать, да? Да, в городе очень много всяких пасхалок скрыто. Здесь можно найти граффити и упоминания персонажей, которые в игре не появятся, что тоже круто дополняет мир. Церковь. Тут много церквей. Короче, если вам нравится Человек-паук как персонаж, вам интересен, интересна его подача, или если вы читаете, например, современные комиксы, и вы задолбались от того, что вам как показывают... Как он, вот, да. Миллионы параллельных вселенных, какие-то там... Человек-паук, не знаю, там, Свин, его любимый новый персонаж. И вам хочется обычного, дружелюбного соседа посмотреть, как вот он спасает Нью-Йорк, ради которого он, собственно, в котором он вырос и ради которого он старается сделать улицы безопаснее, то вам надо обязательно играть в эту игру. Она очень классная. И обязательно заходите к нам, короче, на сайт. У нас есть очень много уже материалов, и выйдет еще больше, в которых мы будем рассказывать о костюмах, о каких-то особенностях игры. У нас уже есть материалы вот как раз про параллельные вселенные. Много-много всего про Человека-паука интересного вы можете у нас найти. И что, наверное, все на этом? Думаю, что да. Давай прилетим еще красиво над городом, наверное. Так, только я. Где-нибудь в небеса куда-нибудь взмоем, короче. Полетание. В общем, Insomniac смогли, наверное, можно так сказать. Возможно, этот стрим. Да. Спасибо, что были с нами. Игра очень классная. О, все. Мне кажется, это идеальный кадр для того, чтобы закончить. Всем пока, ребят. Сова, можешь выключить? А? Я стоп нажал. Right, yeah.
Не,